кто ищет нарядное платье, сегодня не уйдут без него. Да, действительно, давайте поговорим об элегантности. И хочется представить, золотое руно. Вы только полюбуйтесь на этот роскошный наряд, неимоверно шикарный, яркий, благородный, дорогой, элитный. Да, я говорю наряд, цвет, потому что, ну, это платье, ну, сейчас разберемся, выглядит так, как костюм. Это супер комфортная цена и доступная цена. А вот сейчас вопросы все к Светлане. Все-таки это комплект или все-таки это платье? Наденька, если честно, пока ты говорила, я даже тебя не слышала, потому что я рассматривала эту ткань. Она действительно выглядит как золотая. Итак, Надюша, отвечая на твой вопрос, это платье. Но платье двойки сегодня очень популярны, и прежде всего это спрос наших женщин. Выглядит сегодня, как будто бы у вас микс стильной кружевной блузы и яркой длинной юбки в пол. Это дорогого стоит. Не каждая женщина может подобрать для себя такой ансамбль. Поэтому дизайн дарит вам возможность не задумываться, а купить сразу платье. Да, действительно, соглашусь с тобой, очень редкое сочетание, необычное сочетание, и выглядит это стильно, эффектно и эксклюзивно. Это новинка, мы впервые знакомимся с этим платьем, поэтому я попрошу, чтобы мы побольше времени уделили с ним знакомству, а здесь есть что посмотреть. О, да. Во-первых, Надюшенька, ты обратила внимание, что дизайн действительно очень интересный, а этот дизайн состоит не только из фасона, но и из участия ткани. Королевские ткани под золото, золотая вышивка мега актуальны. И именно благодаря этому золотому кружеву платье выглядит очень статусно и достойно. Однозначно, Надя, это платье вечернее. Это платье для торжественных случаев. Поэтому, если у вас впереди торжество, у вас уже есть нарядное платье. Да, и, кстати, я в этом платье представляю женщину элегантного возраста. Я представляю женщину утонченную, эффектную, статусную. Ведь действительно, вот золото прибавляет нам статуса, веса в обществе, и вы будете выглядеть как стильная модница. Плюс ко всему, Света, расскажи нам все секреты. Выглядит как блуза и юбка. Да, как верно. Наши дизайнеры все устроили? Ну, во-первых, мы видим, что наше платье состоит из двух частей. Внутри у нас накинутого блузы болеро есть еще одна ткань. Шелковистая, атласная. И мне нравится, что она с легким эластаном. Она помогает поддерживать форму и идеально подстраивается под зону бюста. То есть у кого-то пышный бюст? Конечно. Пожалуйста, мы можем рекомендовать спокойно. Отлично! Если у вас очень пышная грудь, вы носите размер 64 по груди, мы можем смело рекомендовать вам платье. Да, какие еще секреты? Смотри, я нашла на зоне бокового шва потайную молнию, благодаря которой нашим модницам будет очень легко надеть и снять это платье. Но когда мы заговорили про размеры, Надюш, я бы хотела напомнить, что в этом платье дамы с пышными формами лучше пусть выбирают на размер больше, потому что, учитывая то, что кружево все-таки у нас не совсем хорошо тянется, чтобы оно не выглядело как футболка, а сидело все-таки более свободно. Фасон, смотрите, какой. Более свободная верхняя деталь. Поэтому выберите платье на размер больше. А, то есть 62-й, заказываем 64-й. Ну что, чтобы выглядеть элегантной, утонченной, европейской, стильной женщиной, чтобы выглядеть дорого, помним о том, что платье должно немножечко более свободно сидеть по фигуре. Кстати, на мой взгляд, вот нашей модели спрятаны у Насти бедра, да, вот за счет вот за этого кроя. За счет фасона юбки. Вообще хочу сказать, что здесь дизайнеры не зря выбрали летящий силуэт. Декоративный шифон сегодня называют королем свободного струящегося силуэта. Поэтому давайте посмотрим еще на то, как эта ткань выгодно будет моделировать вашу фигуру. Вообще сам по себе Надюша шифоновое полотно — это очень комфортная ткань, она легкая. Несмотря на то, что ее здесь очень много, она не делает образ тяжелым, она наоборот его облегчает. Ну, поэтому многие дизайнеры выбирают именно шифоновые материалы. Я все понимаю, материал очень легкий, даже полупрозрачный. Не будет ли слишком облегчен наш образ? Я говорю, не будет ли женщина в этом платье выглядеть легкомысленно? Нет, конечно, нет. Наше платье имеет очень хорошую защиту. Мы выдержим любой удар, потому что ваши ножки, ваше тело будут закрыты струящейся шелковистой тканью.
Она имеет точно такой же оттенок, как и основа материала декоративный шифон. Поэтому, Надеж, здесь не нужно думать, и взрослые дамы. Причем подол у нас, низ изделия у нас такой же длинный. Уход обычный, домашний, стирка при температуре 30 градусов, но гладить изделие лучше при температуре, как вы гладите шелк.